Почисть лучше зубы своему дантисту, старый. Держи. Что за поганый кетчуп? Да, этот мерзкий кетчуп сделан в Питтсбурге, в Штатах. Я предпочитаю нашу скотокапулька, отличнейшая вещь, редкостно дерет глотку. Настоящий кетчуп. Что это за шум у нас там в зале? Шум? Не знаю, я не заказывал. Какой шум? А кто ж тогда заказывал? Может, бабы? Может быть, и баб завезли. Сиреневый, это к тебе, наверное. Сиреневый, может быть, розовый? Не знал, что ты увлекаешься мальчиками. Я слышал, у них сегодня Рождество. Какое Рождество? Из наших в этот день никто не родился. А какое сегодня число? 25-е. 25-е, причем 25-е? Ага, я как-то знаю, в чем дело. Лысый, ты родился 25-е. Ты родился 22 апреля. Вот неудачный денек-то. Не лучший денек, но думаю, что 25-е число... Это день, который на Западе отмечают Рождество Христово. Они называют его, знаете как? Но. Никогда не поверите, они называют его католическое Рождество. Не лучший день. Католическое слово катать? Катать, катать. Расторопные существа. Когда-нибудь, отвечаю вам, господа, я приду в этот бар и разморжу башку каждой гребаной официантки здесь. Я в этом участвую. Конечно, лучший. За каждую ответишь. Моя мучача тут тоже иногда подрабатывает. Я готов ответить даже за твою мучачу. Вообще, жрать очень хочется. А когда вкусно, когда нет ничего лучше, чем отлично пожрать. Я был в такой стране, как Винница, по-моему. Там есть ресторан. Там ресторан «Дубовый гай». «Дубовый гей»? «Дубовый гей». Не слыхал, чтобы геев пилили из дуба. Их из всего делали. Ну и что, проблема? Ты что, готов решить эту проблему за пару баксов? Господа, я расскажу вам отличную историю. Как-то раз в газете «Daily Mirror» я вычитал, что... Не поверите.
Они нашли... Я не поверю, что ты газета. Однако, я расскажу вам эту историю. Так вот, ребята, они нашли дельфина, который был гомосексуалистом. Вы можете представить, дельфин, который был гомосексуалистом. И еще одна забавная вещь. Помните, русские запустили этот грёбаный спутник, кажется, в 63-м году. Так вот, та же газета утверждает, что Белка и Стрелка были определенно лесбиянками, господа. Господы, нам едут господы. Господы. Юноша, не хотите ли пивка для рывка? Что я это? Буду пить пиво из этого грязного стакана? Но в нашем баре чище нет. В вашем баре чище нет. Я привык вообще-то заходить в места, где стаканы почище. Но вы в вашем дубовом гейте вообще помалкивали, бля. Это правда, что вы все там такие вот... Ну, не совсем все. Перверты, да, как у нас говорят? Ну, некоторые есть, поэтому мне пришлось оттуда уйти. Олег. Да. И ты тоже песню поешь. Белка и Стрелка. Мы с ребятами тут общались, и мы прикинули, Белка и Стрелка не случайно вдвоем в космос-то полетели. Артем, ты с космонавтами общался или с кем? Или с неподготовленными? Нет, я общался с нашими парнями. И мы, кстати, знаем космос не хуже многих. Скажу по секрету, но только в этой передаче и в рамках, я надеюсь, на Белка и Стрелка – это мужчины. Понадеялся и молодец. Кастрированные. За дельфина и русалку. Белку и Стрелку. То есть прямо из бутылочки. Конечно. Ваше здоровье. Ты видел в своей жизни хорошего, что ты знаешь о цвете неба, что ты можешь вспомнить из своего прошлого, кроме того, что никогда нигде не был. Каждый новый твой день оставляет на венах ссадины, и нет света белого, только лишь одна тень. Солнце твое тобой уже украдено. Вещь банальная, но ты не сможешь уже его чувствовать. Плохо закончится история твоя печальная, и ты начнешь навсегда отсутствовать. Смех, слезы, обычные радости, глаза той, с которой хочешь быть. А можно и заподдержать себе какой-нибудь гадости и навсегда об этом забыть. Поставить 100 баксов, что если на хороший чемпионат в Вегасе выставить Человека-паука и Ниндзя черепаху, Человек-паук забьет его, как котенка. Черепашки-ниндзя, твое насекомое, зальют своим бульоном на раз. Нет, не думаю так. Твари из космоса круче. А что такое твари из космоса? Да, я знаю некоторых.
такие как Шведер. Есть такой крутой парень. И что Крэнк. Рокстеди, бипоп. Кстати, Крэнк у них самый умный. Старый, опомнись, с Крэнком мы давно не работаем. Don Artemio, and I'm a very tough guy over here, you know? Yes, yes. And these are my favorite bunnies, Larissa, Svetlana, and your neighbor, Lilia. And we've been talking with the guys, and we still don't know, what actually does this mean, Christmas? And why do you celebrate it so pomposely, eh? Oh, because it's a good time for a lot of stores to make a lot of money. And so they're celebrating this with drinking and lots of merriment, great music. I think this is, in America, the most important thing. Okay, Mr. Strong. And now tell us a little about what kind of song are you going to perform to us? Well, I'm going to sing a song called Thinking About It. Thinking about what? Thinking about, you know, it. It? Thinking about love and sex and peace and understanding, eh? Well, you know, maybe just thinking about coming home to someone like you. Ящик для мусоров. Да, это верно. Всем мусорам давно пора в ящик. Я вообще только смотрю футбол. Футбол класс. Да, и вот одну программку. Кафе Обломов, что ли, называется. Кафе Обломов. Странное название. Вдруг МН такой Обломов, что кафе держит? Да, я не знаю, может быть. Нам отстегивает. Ну, кстати, нужно заняться этим вопросом. Давай зашлем Мечного. Ну и что, Обломов? Давай, кати свою. Ну, я видел там парня одного, девчонка, кстати, такая. Ну, что, классно. Ну, представляешь, этот парень говорил. Надоели девчонки. По ведущему.
Ну как? Ну не очень. Говорит, это, ты бы положил палец в рот Мадонне? Представляешь, Мадонне палец. Мадонне? Я... Католической Мадонне? Нет, я... там где в песне такая положил бы. Я положил бы Мадонне в рот палец большой с моей правой ноги. А я и подолил бы наш кетчуп. Льется ночи черный шелк, облака, как складки платья. Льется ночи черный шелк, я опять в твоих объятиях. Ты со мной, ты со мной. Машуля, Вадюш, вы такие красивые молодые люди. Просто свадьба Кричинского, не дать не взять. Вадик, скажи мне, тебе удалось все-таки Мадонне палец в рот-то положить или нет? Палец Мадонне я положу, когда мне, как какому-нибудь якудзе, придется отрезать себе мизинец. Вот это, тогда я и пошлю. Это да. Мы тебе поможем, старый. За нами не дрожавеет. Ну, только не торопитесь, надо это все как следует рассчитать. Зависит от того, как ты споешь, дорогой. А вот живой палец, конечно, мне жалко класть в рот Мадонне, потому что в последнее время при виде ее мне вспоминается густиша. Отстань, беззубая, твои противные ласки. Я буду верен одной, как обещал. Я шел вдоль Невского проспекта, и на каком-то из мостов я встретил странного субъекта у конских бронзовых хвостов. И он повел меня на зрелище, какой-то сумеречный двор. Там бились карлики и женщины, и битву освещал костер. Карлик мочит женщину, женщина бьет карлика, трупы сносит в океан мутная неварика. Карлики и женщины, дураки вы что ли совсем? Мир огромен и красив, места хватит всем. Чертовски хочется отлить. Я сам жмусь уже второй час. Хорош каранин доведет меня до Сугундера. Ну а так что ты гнал про ту песню? Говорю вам, господа, это песня про наркоту, точно про наркоту. Райский рай, да, похоже на кокаиновый кокаин, героиновый героин. Определенно. Thank you.
Алена, я знаю, что ты, как и я, была в свое время покусана очень сильно. И с тех пор я встречаю тебя всегда на каких-то ночных мероприятиях. Но сегодня ты привела такое вроде бы юное, невинное существо, что это за малютка-вампир с тобой. На самом деле, Артем, я вынужден признаться тебе. Я все-таки после укуса одного очень серьезного, я стала ведьмой. И поэтому, когда у меня родился ребенок, я поняла, что, в общем-то, вот в нем отразилось, на нем, то, что меня укусили, и вот эти все силы, которые бурлят, кипят и пробуждаются около полуночи, они в нем гораздо более выраженные, сильнее. Ох, это мне нравится. А когда тебе больше всего нравится кусать? Запускать клыки куда не надо. Кусаться мне нравится во время танца. Кстати, не хочешь ли подтанцевать? Да, да. Пошли. Пошли. Ты не боишься? Жду этого. Среди этих мексиканских мухерос попадаются блондинки. Чувак, ты только что признался, что переспал с гребаным альбиносом. Не, эти амигосы умеют две вещи. Круто заворачивать буритос. Это да. И играть зажигательную музыку. Ну, не знаю. Как там с зажигательной музыкой, с зажигательными марьячами я бы и сигары не разжег. Но мухеросы, мучачи, да, я помню одну карменсиду. Лет 25 тому назад это было, но до сих пор
переживаю последствия. Тогда ты мог перекусить стариной. Отвлекись, Фиолетовый, что ты пялишься в свою книжку. А что там? Пелагея. Пелагея, что у тебя кроме как на букву П ничего нет? Еще одна Пелагея. Фиолетовый, сдается мне, это была какая-то очередная твоя малолетка. Малолетка? Малолетка, да не в кайф. Как сказать, но это тоже есть масса. Круто, это когда есть хорошая мутеробонита. Настоящая сочная. Да, плоть. Да, я помню свою гарменситу, ей было тогда 60 лет. Очень жаль, что она откинула свои шпильки до тех пор, пока я успел вылечиться. Детей, как звезд на небесном челе, по всей необъятной земле кружатся, как стаи чужей. Япончанка, китайчанка, англичане и французы, узкоглазые гунгусы, итальянцы и испанцы, арабчата, негритята, португальцы, перебрали все мы пальцы. На
ногах еще ведь есть, а да не стоит всех не счесть. Все любят сласти, игры и сказки, все лепят и строят, подумай, дружок. У каждого ясные детские глазки, и каждый смеется и свищет свисток. Япончанка, китайчанка, англичане и французы, узкоглазые тунгусы, итальянцы и испанцы, арабчанка, негритянка, португальцы, перебрали все мы пальцы. Никогда не наставляй на меня пистолет. Ты да, понял? Да, свою штуку вытащил. Не надо делать из себя крутого на своих ребят. Зеленый замри, эти игрушки меня нервируют. Кто мне вытащил свой? Хорошая фраза. Я люблю калибры, я люблю хорошие, настоящие калибры. Мой любимый пистолет Magnum 45. Когда стреляешь из него по затылку ублюдка, мозги размазываются по стенке, как желе. Да. Правильно выбранный калибр – это самое главное. Сейчас я научу вас, как правильно пить текилу. Один индеец научил меня во время последней отсидки в Алькатрасе. Одна унция золотой текилы и 3 унции пива Корона. Эй, сам, как называется сыворотка? Это сыворотка. Длинное перо сказал мне, что она называется облом 98. Что-то не стихло в соседнем зале. Ты мой ласковый,
И это еще, не все. Молчать, молчать.